Грузия это единственное государство, с которым мы граничим. И у нас очень тесные отношения с Грузией. Там, в эшерах, в блиндаже, мы мечтали о тех временах, когда Абхазия станет свободной и станет воротами в мир для нашего этноса. К сожалению, этого не случилось. Абхазии целенаправленно не хотят, чтобы их признавали. Признание Абхазии Грузией, а последующее, конечно, и мировым сообществом, станет катастрофой для Абхазии. В Конституции Абхазии написано, что президентом Абхазии может быть только абхаз. Эта норма противоречит всему международному праву. А международное право говорит о том, что президентом Абхазии может быть любой гражданин Абхазии, может быть с 5-летним цензом. Если Грузия признает Абхазию, а соответственно Абхазию признает и все мировое сообщество, то абхазы будут вынуждены первым делом привести свою конституцию в соответствие с демократическими нормами. В этом случае никогда абхаз уже не станет президентом Абхазии, потому что армянское население там уже очень большое, и оно растет. Плюс еще есть и другое население. Практически Абхазия сейчас разделена на абхазов и не абхазов. И в этой ситуации выиграть демократические выборы в Абхазии уже будет крайне сложно. Если абхазы один раз потеряют власть, они ее уже больше не получат.